Сегодня у нас понедельник, вообще шикарный день. Зачем сюда вышла? Показать наконец-то, как маргаритки расцветают днем, потому что как только чуть-чуть становится пасмурно, они закрываются. Вот сейчас попробую показать. Не знаю, как показать. Не знаю, получается, не получается. Ой, что-то рука трясется. Не знаю, получилось, нет. В общем, смотрите. Вот эта штука, вот она выросла, и я теперь не знаю, что с ней делать. Какой-то ката луковицы теперь. Урожай собрала. И не знаю, что теперь с этой луковицей делать. Так, Вася пошел кушать травку. Так, посмотрим, как он реагирует на... Так, засранец. Вот я его вообще не выпускаю на балкон без присмотра сейчас, потому что он мне все разорвет. Вроде это. Вроде прошел мимо. Ладно, сегодня это. Сегодня я посылку жду, поэтому дома сижу. Как посылку принесут, пойду вам мимозы покажу. И в центр еще города хочу сходить. В общем, хочу посмотреть, какое мероприятие к 8 марта будет. Потому что 8 марта здесь. В общем, хочу сказать, что 8 марта здесь есть, но оно не как вот у нас в России. Там никакие цветы ничего не дарят. Это вот организуют митинги там в защиту женщин. От, ну, от там, как сказать, ну, чтобы женщины точно так же получали зарплату такую же, как мужчины, равенство женщин, чтобы женщины были защищены от домашнего насилия, там, ну, вот такой типа. И это в основном, ну, проходят какие-то митинги, собрания. Ну, вот я вот сейчас там плакатик видела на остановке, и вот я хочу в центр сходить и там разнюхать, сходить, посмотреть, что это такое. Хочу вам показать, что тоже в Испании есть. Вот Поча де Марсо, Диа де Донос, Диа де Ладона, Интернасана. Вот тоже такой праздник. И тут написано, какие проведутся эти митинги. Ну, это в основном тут за свободу женщин. Это не так, как у нас там цветочки дарят, а это как больше политический праздник. Автобус приехал, я позже. 10 лет здесь живу, и как-то, ну, просто меня как-то это не интересовало. А сейчас, раз у меня есть блог, я за каждую тему хватаюсь, потому что надо же о чем-то снимать. Ну, в общем, сегодня замечательный день, вообще так на улице тепло. Я вот вышла на балкон. Сижу вот дома из-за того, что надо посылку ждать. Жалко. А то я бы уже сейчас бы на улицу убежала. Покажу вам море. Вася, не кричи. Вот оно море поближе сейчас сделаю. Оно так блестит. Вообще, знаешь, вообще ничего не вижу, что снимаю. Прямо солнце будет. Да? Бассейны почистили, уже ждут. Ждут, должны уже ехать туристы. Вася, кс-кс. Кс-кс. Так, цветочки тут у меня лежат, но не знаю, куда их девать.
Придется ждать следующего Нининого выходного. Ну ладно. Пока такое маленькое видео. Надеюсь, что что-нибудь сегодня поснимаю. Если меня с этой посылкой не задержат сильно. И еще... Ну ладно. Еще Лешина посылка вот с навигатором. Сидеть тоже надо, ждать должна прийти. Леша там договорился. В общем, вот буду сидеть сегодня до упора дома. Какой сегодня у меня обед? Вот я форельку пожарила и со спагетти. Как вкусно. А потом еще земляничку поем. Кажись, удалась. Ну вот, наконец-то пришла одна посылка, можно идти гулять. Амазон точно написано. Так, ну я вам покажу, сделаю распаковки после 8 марта. Сейчас пока не буду. Ну, все-таки, конечно, Леша сейчас придет. Ну, ладно, Леша придет, если я с ним распакую, засниму, а потом просто сделаю видео отдельно. Вот это секрет, это мне Леша подарил. Все, можно идти гулять.